Я хочу сообщить вам о том, что мы подготовим материал обращения. Тут нужно будет поработать, собрать всю информацию в течение недели, 10 дней. И подготовим заявление в Генеральную прокуратуру Республики Молдова, где будем требовать привлечь к уголовной ответственности и возбудить дело, уголовное дело, против Плохотнюка и всех этих негодяев, по делу по статье создания организованной преступной группы. Потому что, да, Плохотнюк был во главе этого, человек, который держал в кармане Ваню Плешку, Мишу Полилунч, где Плешка сегодня там на рыбалке, на охоте, а Полилунч после этого был даже председателем Конституционного суда, участвовал в захвате и в удержании власти Плохотнюком Республики Молдова, сегодня работает советником Дадона. Учит его каким-то новым комбинациям на ближайшие президентские и парламентские выборы, этим занимается Полилунч. Разберемся. Поэтому Полилунч, Филат, который сегодня паре рэук, ампутуцию, блоке, зунили, пручесы. Да, Филат. Жора Ковкалюк, ло служит Плохотнюк, шло служит Бени. Дардин Тетю служит Петине, Шландикатя, Лу Филат, Ковкалюк, Адесенат, а часто о чести акте, Карафос, Презентати, Лачек. Поэтому сегодня, повторяю, мы напишем заявление, в котором мы соберем все материалы о незаконной преступной деятельности преступной группировки во главе с Плохотнюком. Да, Плохотнюк был паханом в этой организации, но Филат, Ковкалюк, Плешка, Миша Полилунч, Юра Чекан, который сегодня у нас уже, он уже нам поделил страну, когда готовил по заданию Плохотнюка к... страну готовили к смешанным выборам, где как в костю, только в костюженах могли, и то пациенты с тяжелой формой заболевания, только они могли так разграничить одномандатные округа, как это сделал Чекан. Сегодня этот человек, будучи соучастником этого преступления, он сейчас у нас будет заниматься административной территориальной реформой. Ребят, все вы придете. Я хочу поблагодарить господина Штефана Рыту, единственный, который тогда проголосовал против и вышел и публично признался неоднократно в том, что Чекан приходил, давил на него. У меня сегодня информация, товарищ Ковкалюк, кому вы поручали степлером прикреплять по 100 леек нашей партийной газете сувать, кому вы поручали молотовы коктейли, хочу напомнить всей стране, где каждый раз находили на нашей газете «Сила правды» и так далее. Мы соберем материалы и по Чекану, и по Филату, и... Я уверен, что загорят несколько, потом заговорят все остальные. Но хватит уже в нашей стране. Все радуются, что кого-то отправляют в отставку, но никто не несет наказания за совершенные им преступления.